Надеюсь, это был последний спуск. А то уже камней полные штаны. Готов? Помоги мне! Давай! Боже мой, вот это да! Склеп имени святого Дисмоса, где якобы покоится некий Генри Эвери. Давай найдем могилу. Нейт, посмотри, здесь есть пара сабель. Как на свитке из креста. Но даты не сходятся. Что ж, одно есть, и еще до черта осталось. Так, скрещенные сабли, череп и кости, 1659-1699. Найдем такое надгробие, и дело в шляпе. Ну, оскверним могилу. Давай. Посмотри. Tempus idox rerum. Время поглотит все. Боже, какие позитивные ребята. Нет, мы ищем другую могилу. Должен быть еще череп и кости. О, сабли такие. Ну-ка. Не. Да, ты не те. Дата верная, но сабли перевернуты. Не то. Нет. Неверная дата и сабли не как на свитке. Нет черепа и костей. Кельтский крест. Но могила не та. Ну что, такие же сабли. И год верный.
Сэм, сюда! Что, нашел? Вот, Бенджамин Бриджа. Псевдоним Эвери. Чем-то этот череп меня смущает. Он будто бы отдельно от камня. Да нет, странно другое. Это не знак Эвери. И череп должен быть повернут в сторону. Что это? Господи. Ты готов? А я-то давно готов. Что тут у нас? Это склеп. Склеп? За потайной дверью? Думаю, потайную дверь добавили позже. Чтобы прятать добычу. Ну, скрестим пальцы. Это монах писал. Вся банда в сборе. Иисус. Слева Дисмос. Благоразумный. Справа Гестас. Злой урод. Эвери особо чтил святого Дисмоса. Эвери же считал себя благоразумным разбойником. Грабил и убивал не британских язычников. В те времена это называлось благоразумием. Ха, наверное. Какая-то лампа. Эй, паровоз, дай-ка зажигалку. Ты ведь убиваешь мои чувства. Лучше бы легкие свои пожалел. Спасибо, я ценю. Ну ты посмотри. Свет идет с той стороны стены. Так, посмотрим. Возможно, тебе нужно направить оба луча на звезду. Да. Соедини точки.
Я к этому вернусь. Нет, не то. Нет, не так.
Нет. Получилось вроде. Это не то. А, черт. Вроде верно. Не так вроде. Нет. Нет, не так.
Все, Нейт, получилось! Похоже на созвездие. Да, это весы. Весы правосудия. Интересный выбор для шайки пиратов. Ладно, попробуем. Сезам, откройся. Не то сокровище. Цыц. Неплохой вид, но нет сокровища. Нет, но ты видишь кресты? Да. А там не пещера? Внизу. Да, похоже, Эвери подсказывает, куда нам дальше. Есть одна проблема. Этот путь ведет обратно через собор. И назад к Рейфу. Черт. К чему заставлять его ждать? Слышно, что от наших с холма? Ни слова. Думаешь, у нас гости? Надеюсь, нет. Буря глушит радиосигнал. Рации бесполезны. Если они и дальше будут молчать, будем проверим. Ну, могло быть и лучше. Ну, мы все еще дышим. Уже хорошо. Давай откроем ворота.
Сэм, ты готов? Да. Ну, ты как? Отлично. Я, конечно, думал, что сокровище может быть здесь, но это было бы... По моему опыту, да. Вся эта движуха созвездие. Да, было круто. Прямо под тот крест. Вот куда вел нас Эвери. Ну, не будем расстраивать Эвери. Эй, как вы там? Слушай, Салли, мы идем по следу. Но сокровище ближе к собору, чем мы думали. Вот ведь. Что мне сделать? Просто не глуши пока мотор. Мы надолго не задержимся. Понял. Держите связь. Ладно. Я их слышу. Я начинаю нервничать. Уж ты-то должен ценить время отдыха. Никто из нас не хочет второго порта Морисби. Ты там не был, вот и не болтай. Теперь что хочешь назовут резнёй, лишь бы шум поднять. Нам огласка ни к чему. Не хватало только конкурентов в бизнесе. Знаешь что? Забудь. Зачем тогда начал? Сказал же, забудь. Да как хочешь. Это мне тоже. А ты этих так просто не убьёшь. Да, и чем ближе мы к собору, тем больше их будет. Ладно, иду. Так, давай сюда. Я тебя подсажу. Вот так. О, черт. Я слишком высоко. Ща, погоди. Я жду. Гляну, что там за деревянная штука. Что-то нашел. И вот так? Тяжелая сволочь. А ты что делаешь-то? Помогаю тебе.
забраться. Эта штука даже тебя выдержит. А, спасибо. Ты же не думаешь, что это строили монахи? Да нет. Какая-то система блоков. Типа для подъема сокровища? Для подъема? Как я ее пропустил? Да, нам суждено было найти ее вместе. Как романтично. Ты же не думаешь, что это строили монахи? Да нет. Какая-то система блоков. Типа для подъема сокровища? Для подъема? Как я ее пропустил? Да, нам суждено было найти ее вместе. Ты же не думаешь, что это строили монахи? Да нет. Какая-то система блоков. Типа для подъема сокровища? Для подъема? Как я ее пропустил? Да, нам суждено было найти ее вместе. Как романтично. Можно забраться? Я сейчас. Я закоченел! Сюда! Вижу! Молодец! Спасибо! Ладно, наверное, плохая была идея! Эй! Осторожней на повороте! Вот так! Поберегись! Обалдеть! Побереги силы. Это еще не конец. Ну, веди. Вроде держит. Нет, 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 нет! Не пожалеть бы об этом.
На скалы. Ну да, ну да. Ладно, поехали. Чувствую. Похоже, совсем растерял форму в Панаме. Не волнуйся. Максимум потеряешь пару пальцев. Ну да, все равно их целых 10. Держись! Я тебя подниму. Давай-ка. Что бы ты без меня делал? Наверное, дома. Горячим какао. Тебе что, 5 лет? Ты бы отказался от горячего какао? Ну, то есть... Нет. Вот именно. Эй, взгляни-ка. Почти на месте. Вдоль уступа пути нет. Давай подальше от края. Неплохо. Ага.
Надеюсь, с ними покончено. Да. Ты осторожней. После взрыва тут все может рухнуть. Кто проводит раскопки с динамитом? Наемники. Хотя уж Рейв-то должен соображать. Сэм, помоги мне. Что если тоннель держится только на этой штуке? Ладно. Все просто. Да, повезло. Как думаешь, выдержит? Ну, держится. Эй, только аккуратнее здесь. О, посмотри-ка вниз. Похоже на пиратские корабли. Это хорошо. Очень хорошо. Ах ты ж! Только аккуратно. Спасибо.
Так. Все хорошо. Хорошо. Заходим в пещеру. Пещеру? Да. Связь может пропасть ненадолго. Не волнуйся. Ладно. Короче, я жду вас наготове. Ладно. До связи. Получилось. Ничего себе крюк. Наемники ведь были прямо у входа в пещеру. Да, но мы пришли сюда первыми. Идем сюда. Хорошо, что я легко позавтракал. Жуткие статуи Дисмоса есть. Ступени есть. Судя по всему, мы в логове пиратов. Это что, дверь? Похоже на то. Иди сюда, посмотри. Склизко. Там ручка или типа того. Ну, так давай, потяни. Что? А вдруг ловушка? Ты уже взялся. Что? Что может случиться-то? Ну, я могу остаться без руки. Заведешь стильный крюк. Тяни давай. Стильный крюк. Ладно, поехали. Вот так? Привет, привет. Интересный декор. Тех, кто достоин, рай ожидает. Тот, кто здесь лишний, горе познает. Да уж, пират из Эвери вышел лучше, чем поэт. Это не Эвери. В смысле? Вот. Рот-Айлендский пират. Томас Тью. Но это не может быть он. То есть, знак-то его, но... Тью погиб, атакуя ту же флотилию, что и Эвери. Ну, это официальная версия. Если это правда, знак Тью, то он-то связан со всем этим каким боком? Вот это хороший вопрос. Как думаешь, кто эти парни? Те, кого признали здесь лишними. Думаю, Эвери и Тью пытаются нас напугать. Хорошо, что мы профессионалы. Мост крепкий, как и все остальные. Ну, до сих пор держался. Вроде держит. Вперед. Эти мосты явно строили не по правилам. По правилам. По пиратским правилам. Ха-ха-ха-ха. Неплохо. О, нет. Мне еще с прошлого раза. Так, так. Ну, я уже мастер. Значит, Тью строил это место Эвери? Ничего не понимаю. Я тоже. Если Эвери прятал сокровище, зачем ему другой пират? Возможно, он хотел взять его в команду. Прислал ему один из крестов святого Дисмоса. Да. Может, Тью забрал сокровище себе? Ты так не шути. Ну, скоро мы узнаем. Пойдем другим путем. Ну, мы хотя бы в яму не упали.
Очень продумано. Это уж точно. Тут еще. Ну-ка, попробую вынуть руку. Ух ты! Это такой хитрый тест или испытание? Да. И этот вот не прошел. А мы пройдем. Внизу что-то виднеется. Тут ведро. Ха. Ладно. Теперь что? Да. Ух. Наполнил. Давай его мне. Поставлю его в большое колесо. Для чего колеса? Так, я вроде понял, что к чему. Дело в этих трех крестах? Да. Перед нами Иисус, благоразумный Дисмос и злой вор Гестас. А, видимо, белый крест – это Дисмос. Черный – это Гестас. Сдвинулась, когда ты поставил ведро. Механизм. Проведем канал. Так, тогда ведро должно быть наверху.
Это все? Потяни рычаг. Сейчас. Нейт, стой. Ты в этом уверен? Ну, не очень. Вроде все верно. Ну, проверим. Проверим? Рычаг ты будешь тянуть? О, нет, не хочу лишать тебя этой привилегии. Испытание, значит. А что именно соискатель должен уметь-то? Воду таскать? Соискатель должен знать о святом Дисмосе, о котором команда Эвери была явно наслышана. Не так уж это и сложно. Может, будет еще одно? Я подсажу. Иду. Так, у меня тут для тебя кое-что есть. Так мы сможем добраться до зацепок на стене. Верно.
Наверх, Нейт! Они что, нарочно все усложняют? Думаю, было бы проще, если бы мосты и переходы не развалились. Мы опоздали на пару сотен лет. Посмотрим, что там. Эй, потолок низкий, береги. Ай! Да, ладно. Ай. Точно. Тут виден свет. А, катакомбы. Ну, логично. Мы же под собором. А у Келли нашли что-нибудь? Ничего, кроме всяких разных надгробий. У трапезной закончили? Так точно, мэм. С северо-запада все раскопали. А что по южной стороне? Еще нет. Туда кран целый день перетаскивать. Надин? Так тащите. И гляньте, что можно без крана сделать. Да, сейчас отправлю туда людей. Хорошо. Рейв, что там с манускриптами? Давай наедине. Держите в курсе. Да, мэм. Слышал? Под собором пристройка закрытой зоны. Ну да. Ты их видела? Нет. А что?
После твоих молодцов, там камня на камне не осталось. Они слегка злоупотребили динамитом. Да, как стадо слонов в посудной лавке. Но за два дня добились больших успехов, чем мы за месяцы. Успехов? Что мне толку от щебня? Ладно. Ладно. Спасибо. Они будут ставить тебя в известность, прежде чем взрывать. Лучше пусть отойдут в сторонку и дадут мне осмотреть то, что еще не взорвали. Нет, мы больше не можем сидеть и ждать. Ты уж извини, Надин, но у меня в таких делах все-таки опыта побольше. Мы уже делали, по-твоему. Хватит. Ты с первого дня мечтала тут все взорвать. Нет, я предлагала украсть этот крест задолго до аукциона. Того аукциона, на который я не смогла привести своих людей. Я хотел честно купить его, так проще. Но я послушала не свое чутье, а тебя. И теперь у нас есть конкурент. Я не думал, что он явится. Или хотел его выманить. Да на кой черт мне это надо? Думаешь, он тебе нужен? Может, ты прав. Главное, чистая игра мне надоела. Если сокровище здесь, мы его найдем. А если нет, значит, пора идти дальше. Эй. Ничего личного. Конечно. Я сообщу, если что найдем. Давай, пока они сокровища не взорвали. Или целоваться не начали. Стой. Думаешь, она права? По поводу? Что Рейв хочет тебя выманить. Главное, чтобы врасплох не застал. Пускай. Интересно, о какой пристройке шла речь? Наверное, боковая комната. Кроме нас тут никого. Тут высоко, не запрыгнешь, если у тебя нет батута. Во дворе остался. Жаль. У тебя что, есть батут? Мечты. Подожди. Один ящик наверх. Благодарю вас, сэр. Господи. Мы явно подходим ближе к собору. Или к его руинам. Должен сказать, тут все лучше продумано, чем я предполагал. О, да. Наверняка много лет строили. Мост рухнул.
Нужно искать другой путь. Была не была. Не была. Была не была. Что ты не тяжелее ящика. Все. Залез. Что делаем? Соображаю. Тут можно зацепиться. Сойдет. Не была. Хорошо, что ты не тяжелее ящика. Все. Тут можно зацепиться. Сойдет. Не была. Хорошо, что ты не тяжелее ящика. Все. Тут можно зацепиться. Сойдет. Hey!
Кому нужны мосты? Не знаю. Мосты вообще штука хорошая. Так, здесь не пройти. И как нам выбраться? Сюда! Ты посмотри. Если бы тут все не развалилось, мы бы попали в ловушку. Оглянись, Нейт. Подстава. Тут было второе испытание, но все обрушилось в океан. Ну что, значит, испытаем себя в умении перебраться на ту сторону. Хреновина типа качелей может помочь. Попытаемся. Ну, поехали. Стой, стой! Ничего не выйдет, ты слишком низко. Я опущу, давай. Вышло! Вот так! Ну, а как же я? Сейчас, дай только оглядеться. Ладно, ладно. Я тут побуду. Боже мой! Нет! Вот это инженерия! Слушай, а в конструировании смертельных ловушек они толк знали. Какое красноречие. Не, ну а что? Это же просто чудеса техники. Ну как? Да, секунду. Так, я нашел, как опустить качели. Отлично. Тяжелее меня. Я в этом не уверен. Да, да. Эй, хорошо полетали. Ну, если с сокровищами не повезет, всегда можно податься в цирк. Нет, у них там клоуны. О, ты до сих пор их боишься? Конечно. Испытание пройдено. Я бы предпочел пиратскую ловушку. А я уже хочу поскорее все закончить. Ладно. Статуи добавляют драматизма. Ну, правда.
Зачем все эти пышные украшения? А загадки зачем? Никогда не приду. Еще один крест. На этом хоть какие-то камни. Не трогай. Почему? Посмотри. Единственная ценность в этой пещере. Да. Это испытание. Жадность. Да. Или ее отсутствие. Ну, тогда... Это наверняка монеты. Мы в этом уверены? Вроде да. Вроде да, сойдет. Ладно, давай одну. Жадность, ясно. Только мне ловушка. Узнаешь форму? Мадагаскар. Смотри, тут звезда. Кингсбэй. Точно. Сукин сын. Он играет с нами. В смысле? Эвери, он с нами играет. Мы же на месте. И где грёбаное сокровище, а? Ладно, так, Кингсбэй, что дальше? Северный полюс? Космос? Нейт? Тех, кто достоин, рай ожидает. Он вербовал людей. Кто вербовал? Эвери вербовал людей. Вербовал для чего? Джентльмены, вы такие шумные. Пушки на пол. Медленно. Тебе еще причитается. Мало было выкинуть меня из окна? Рейв. Рейв, прием. Я на кладбище. И они тут были. Они прямо передо мной. Что? Где ты? Возвращайся в собор. Иди по следам. Я сейчас. Только не пристрели их, Бога ради. Тогда поспеши. Кингсбэй. Да, только... Кингсбэй большой. Где искать, подскажет крест, но... Лишь два человека знают, как им пользоваться. Дай угадаю. Вы двое. Поручишь это Рейфу, ждать придется долго. Извините, я не стану торговаться. Возьми распятие. Это не распятие. Что? Распятием принято называть только крест Христа. Ладно, это детали. Не трогай!